конвекционная печь Висхой с управлением ИС-500. Это стойка, она продается стойкой, разделить ее нельзя. У нее в шапке пульт управления, это две разных печки, они могут работать автономно, может выпекаться разная продукция одновременно. Компактная конструкция, вся печка стоит на колесах, легко передвигать по цеху. Печь оснащена рекуператором для убирания лишней влаги с камеры одной и второй печки и для того, чтобы убирать влагу, конденсировать ее в воду. Печь может работать в ручном и в программируемом режиме. В ручном режиме устанавливается преднагрев температура, температура выпечки, время выпечки, заслонка для запирания воздуха в камере или освобождения. Это технологи должны знать, зачем это нужно. Параметры по увлажнению мы можем задать, автоматическое увлажнение в данной печи, можем задать количество миллилитров воды, сколько должно пролиться в камеру, на протяжении какого времени эта вода должна попасть в камеру, это количество пшиков в камеру, задержка в секундах после подачи пара, чтобы пар мог лечь на продукцию. Также мы можем пользоваться программами, запрограммированные программы, которые достались нам от немцев. Можем добавить свою. Заходим в программирование. Здесь у нас есть возможность перемещать, копировать, создавать программу. Вот мы можем ее копировать. Сейчас вспомню. Программирование. Выбираем. Ага, это мы перемещаем. Это мы можем изменять. Здесь название мы можем изменять. Можем поставить, например, первую программу «Хлеб» назвать. Дальше мы можем программировать этапы выпечки, преднагрев, увлажнение, закрытой с открытой заслонкой. Можем до 8 этапов выпечки устанавливать. Сейчас мы этим заниматься не будем. Сохранить, да. Вот мы переименовали первую программу, она у нас теперь называется «Хлеб». Параметры мы не лезли, параметры легко изменяются. Arbeiten, работать на немецкий, все просто, интуитивно, все запоминается. Старт, печь с реверсом мотора для равномерного распространения тепла в камере. Печи полностью подготовлены к работе. Проведена полная профилактика, мойка. Заменены подшипники на моторах. Печь 2010 года выпуска.